Ну что, ребята, VIP-новинки, часть вторая. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. С вами Коннова Аня, проект Faberlic Online. И в первую очередь, такую жару, 30 градусов на улице, 35, духотища, сильная влажность. Мы потеем, как не знаем кто, и за 5 минут после душа опять уже... Через 5 минут, вернее, после душа опять хочется идти в душ. И вот знаете, вот это вот средство, восстанавливающее активный спрей, я вам его прям рекомендую. Оно очень крутое, оно очень классное. Артикул 0256. Это спрей, который можно замораживать, протираться кусочками льда. Он идет как восстанавливающий активный спрей, как идеальное средство для мгновенного увлажнения, защиты молодости кожи. И когда никакие кремы не хочется наносить на лицо, этот спрей просто восполнит недостатки влаги, и ваша кожа скажет вам спасибо. Причем у него обалденный аромат, и он еще так слегка охлаждает, даже если вы его замораживать не будете. В общем, штука классная, можно наносить даже на макияж, только издалека, потому что он тут прям такой, знаете. Давайте с вами посмотрим, да, то есть вот он как водичка. Такой вот необычный, простой, классный. В общем, очень-очень мне понравился. Безумно просто в жару. Ну что ж, давайте перейдем с вами к новинкам. Это новые оттеночки лаков Color and Style. Они идут как безопасное нанесение, 10 мл. И сушка без ОФ ламп благодаря особой технологии фитоинициатор. Далее, значит, легкое удаление с помощью средств для снятия лака. Да, запатентованный ингредиент гексалан питает, укрепляет ногти. Буду наносить вот на такую штучку пластмассовую. Конечно же, раздражает. Все, что меня в этих лаках раздражает, конечно же, их раз в 3 недели не покрасишь. Их ими нужно красить чаще, поэтому я выбираю чаще всего гелевое покрытие. Далее, что еще хочется вам сказать про них, то что они чудо как стойки. 3 дня я проходила на мизинце с лаком, и у меня ничего не случилось. Но, правда, я не стирала, полы не мыла, посуду не мыла, да, то есть такая белоручка-белоручка, но все отлично. Посуду не мыла, у нас посудомойка, да, не стирала, у нас машина стирает, ну и так далее. Да, значит, давайте смотреть с вами, что же тут такое. Итак, значит, первый цвет у нас с вами пойдет. Давайте буду брать тут по порядочку, но они у меня не по порядочку составлены. Значит, так, первый цвет, артикул 7892. Это розовый колибри. Он действительно такой нежный, классный, очень такой симпатичный оттеночек, свежий такой, приятненький. Видите, я точечки поставила, потому что мне хочется хотя бы знать, какой цвет лака. Вот если бы можно было на помаде так поставить, я бы и на помаде так ставила. Но помада, к сожалению, это не то, что позволит нам так с вами сделать. Ну что ж, я могу вам сказать, что этот лак хорошо наносится. Он даже в один слой нормальное такое плотное нанесение. И самое классное то, что он растекается сам по себе. И даже если вы нанесли с полосками, он растекается, прежде чем высохнуть. У меня такое ощущение создалось, что он долговато сохнет. И когда я его наносила на руку, то мне хотелось вот так его перевернуть, чтобы он собрался назад. Да? То есть такое ощущение было, что он долго сохнет. А далее это экзотическая орхидея 7891. Тоже такой вот приятный, да, как вы видите, оттеночек. То есть он немножечко понасыщеннее, чем рисунок или это фото в каталоге. Скорее всего, это рисунок. Давайте с вами его нанесем. У кого есть трафареты, эти цвета можно между собой сочетать, и получится вообще прекрасно, да, как вы понимаете. Ну, это вот в один слой, да, потом 2 слоя подсохнет, я вам еще в 2 слоя нанесу. Посмотрим с вами. Далее, значит, так, это у нас 7890. Смотрите, как удачно, наугад я поставила лаки. Это вообще очень яркий лак, он не совпадает с цветом в каталоге, как вы видите. Он прямо яркущий-яркущий. Значит, называется коралловый риф. Да, то есть, если он тут такой идет, какой-то пыльный, непонятный, то на самом деле он яркий и очень красивый оттенок. Да, то есть, вот он, видите, какой прям яркушечка.
Да, с каталогом не сравнить. Даже если он высохнет, он цвет не поменяет. Он таким и останется насыщенным, понимаете? А тут прям его не передали. Абсолютно никак. Далее, значит, у нас с вами идет 78-89. Посмотрите, как удачно. Прям, ребят, я реально не расставляла по цветам. Это барбадорская вишня какая-то, да? То есть такой яркий, насыщенный оттеночек. Он тоже ярче, чем в каталоге. Цвета в каталоге абсолютно не совпадают. Они куда красивее в жизни. Вот этот оттенок оранжевый мне дает. Если что, вдруг мало ли у вас там будет рыжить на камеру, то на самом деле он такой персиковый, что ли, да, вот этот вот оттеночек. Так, вот, значит, как выглядит наша с вами вишня. Цвет хорошо передается, мне нравится. Ой, ребят, ну красивые оттенки, вообще красивые оттенки. Вот, кстати, вот этот лак с мельчайшими гранулами для 3D-эффекта, именно вот этот вот, да, мятный сорбет, вот и так далее, он у меня продержался около недели. Я вообще была в шоке, как он долго держится. Так, следующий идет оттенок 78-93. Ага, чилийская фуксия. Ну, вот тут как-то хотя бы более-менее, да, совпадение пошло. Я потом вам поближе еще преподнесу в конце, а покажу, пока это все дело будет сохнуть, потому что мы еще с вами второй слой будем наносить. Я вам буду показывать и так далее. Да, то есть вот таким вот образом. То есть первый сохнет около 5 минут у нас с вами, да, вот 5 минут. Посмотрим дальше, что у нас получится. Значит, это у нас идет сочный ананас, да, то есть такой же вот яркий такой оттеночек, тоже как будто бы и поярче, нежели в каталоге, да, сочный ананас. Ага, тут ляпнуло немножко, но не обессудьте, он такой красивый. Видите, он вроде бы начинает полосить, а, это я зацепила, да, ляпнутое. Вроде бы начинает полосить, но спокойненько растекается и выравнивается. Вот еще наоборот его хочется сделать. Далее, значит, это, наверное, Dragon Fruit. 78-88, да. Вот он, единственный яркий остался. 78-88, да, такая вот красотища. Ох, кто-то мне пишет и пишет, пишет и пишет. Звук не выключила на компьютере. Dragon Fruit. Ну, да, хорошенький такой, теплый уже оттеночек, да? Так, дальше с вами поехали. Ну и два оттенка, которые мне больше всех понравились. Значит, это идет артикул 78-95. Это голубая лагуна. Да, вот он такой прям. Вот, кстати, с каталогом он совпадает, да? 78-95. Вот даже нет, он светлее идет. Угу. Значит, давайте тут посмотрим. Очень красиво, да? Хорошенький такой оттеночек. Очень красивый оттенок. Так, и еще, походу, мне одного лака не хватает. Может быть, его в наличии, что ли, не было, да? Значит, сейчас у меня 78-96. Это царственный эвкалипт. Вот такой вот зеленый. А тропическая лиана где-то затерялась у меня. Тропическая лиана. Странно. Так, давайте с вами смотреть вот этот оттеночек. Жаль, конечно, я только сейчас заметила, что у меня одного оттенка не хватает. Но если вдруг я его где-то найду, то я вам покажу его. Да, то есть вот таким вот образом. Значит, только что накрашенное трогать не будем. Будем с вами трогать то, что нанесено точно более 6 минут назад. И я чувствую, что он еще, ну, как бы не совсем до конца досох, да, вот эти два оттеночка, но уже более-менее можно наносить второй слой, если нужно, да, обратите внимание, что они вот эти совсем еще сырые, да, последние, а вот этот уже как бы, ну, даже высох, ребят, слушайте, абсолютно высох, да. То есть нет, вот видите, чуть-чуть осталось еще влажное, да, на пальце, хотя не отпечатывается нисколько. Так, где он у нас, да? То есть и на второй слой, если мы их наносим, то они, получается, не особо-то и отличаются. То есть нанесли второй раз,
сохнут, конечно, подольше на второй слой. И первый слой мы с вами не досушили до конца. Ну, то есть вот такой вот насыщенный, да, получается. Но он и первый слой как бы не просвечивает, что очень даже радует. То есть нет проблем с первым слоем, да. И вот, ребят, можно делать реально красивый комбинированный маникюр. Потому что оттенки некоторые, да, они прям сочетаются между собой, получается, да. Вот, например, вот с этим хорошо будет сочетаться, например, желтый, да, оттеночек. Он очень приятный. Можно разные цвета ногти покрасить, да. А можно, например, вот так наполовинку покрыть еще вот таким оттеночком, да. Тоже будет, в принципе, симпатично, да, на полпальчик. А можно разные оттеночки набрать по-разному. Ну, тут, конечно, сложно. Вот если пальцы раздвигаются, то эти штуки, они не раздвигаются, и поэтому получается не так ровно, как хочется. Ну, я думаю, вы понимаете, да, что пластмасска, она и в Африке пластмасска, да, тоже очень красиво выходит. Такие вот прям оттенки. Очень часто у девчонок вижу оттеночки, знаете, такие пополам, например, да, вот эти же, давайте возьмем, да, нежные оттенки. Они проклеивают и одну половинку так накрасят, да, красиво, а вторую половинку после того, как немножко подсохнет, конечно же, да, не так, как я, накрашивают уже другим цветом, и тоже получается здорово. То есть вот так вот пополам раскрашивают, да, можно наискос, можно ровно, ну, там по трафарету. Тоже получается очень даже ничего, мне кажется, на мой взгляд. Вот, поэтому фантазия только за вами, ребята. Вот это вот всю красотищу. Можно еще, я смотрела, да, люди перемешивают, да, друг с другом на чем-нибудь или просто так, и тоже получается очень даже красивые такие вот оттеночки перемешанные, да, то есть вот приятненько так получается. Вот, ну, это уже, конечно, лучше с трафаретами. Такие лаки, они особо не сочетаются друг с другом. Там перемешивают их отдельно, и получается только тогда красиво. Вот, да, ну, в общем-то, вот так вот. Вот так вот. Ну, посмотрим. Два слоя, честно скажу, сохло у меня очень долго на ногтях, раздражало. Поэтому я как-то вот... Не люблю лаки. Почему не люблю? Потому что, ну, мне не хочется тратить на них время, да, хотя накрасить их можно быстро, практически мгновенно, да, вот этот, вот, да, как оно смотрится. Видите, уже в один слой перекрывается даже мой лак. Ой, я куда крашу-то? Ёлки-палки. Да, то есть в один слой даже уже мой лак перекрывается, еще бы научиться ровно наносить. То есть красиво, да? Если у вас однотонный лак, вы можете взять и, допустим, пару ногтей сделать других цветов. И оно будет сочетаться, оно будет прикольно смотреться. Это реально, ребят, будет прикольно. Да, например, эти оттенки оставить и нанести... А где, кстати, желтый? А вот, и нанести, допустим, второй ноготь желтый. Тоже вообще прикольно получается. Мне понравилось вот это вот. Конечно, у меня покрытие уже отросло. У основания ровно не получится, потому что сильно отросло покрытие. Но тоже неплохо получается, да. Даже на покрытие, в принципе, да, можно нанести на мизинчик, на безымянный. И вот так вот походить сейчас, в принципе, в моде, да, вот эти все оттенки. Если покрытие не сильно отросло. У меня вот, видите, прям тут сильно уже оно отросло. И вот тут у основания сложно нанести ровно. Но тоже, смотрите, неплохо смотрится, да? Вполне реально, вполне симпатично, вполне годно. Еще бы ровно накрасить их. Ну и стираются они тоже вполне нормально. Взяла в этом, в Макси, какое-то средство для снятия ногтей, да? Ага, вот я... Молодец. Они вообще мгновенно стираются, как будто бы они сырые, да, вот прям мгновенно-мгновенно, легко-легко смываются. Давайте тут еще с вами какой-нибудь посмотрим, какой мы в первую очередь наносили, да, давайте вот этот вот. Прямо как будто
знаете, они так легко скользят. Но тут, конечно, сложно стереть между этими пластмассками, да. Руки-то мы раздвигаем, как хотим, а пластмасски раздвинуть сложно. То есть вот так вот немножечко подержали и уносите, да. То есть вот, видите, долго сохнет. Но с другой стороны, подождать, я думаю, ничего страшного не будет. Угу. То есть вот сколько минут видео, сохнет реально долго. Поэтому я вам их рекомендую наносить в один слой. И самое, что классное, они реально стойкие. Мне это очень дело понравилось. Стойкие, но очень простые в обслуживании. Да? То есть, вот видите, сложно, конечно, туда во все дырочки попасть. Ну, я думаю, вы поняли. Ну и давайте поближе, я вам обещала. Да, как вы видите в каталоге, розовый очень сильно отличается. Экзотическая орхидея еще сильнее отличается. Да? Коралловый риф — вообще разные лаки. Барбадос, кая вишня, извините, да? Да, тоже отличается. Драгонфрукт отличается. Ну вот более-менее совпадает чилийская фуксия, сочный ананас. Хорошо, да, практически совпадает голубая лагуна и царственный эвкалипт. Все остальное, как вы видите, не особо-то совпадает, да, то есть хотелось бы, да, хотелось бы получше. Но тут-то, конечно, вот видите, толстый слой капнуло, так он до сих пор не просох, а времени 17 минут прошло. Далее я очень удивилась, что я увидела вот эту пудру в новинках. И вот сейчас я смотрю на эту страницу, нету нового цвета у этой пудры. Нет, ребят, пудра, конечно, стоящая, но она, походу, не новинка. Это, походу, какая-то может быть ошибка, потому что нету нового оттенка, да. То есть тут у меня оттенок, ну, это прям мой-мой прямой, прямо мой-мой оттеночек, да. То есть это такая wet and dry, можно наносить влажным способом, сухим способом. Пудра реально стоящая, она идет с зеркалом, у нее удобная комплектация. Вот этот спонжик можно намачивать и наносить влажным способом. Тут идут дырочки, да, как вы видите, вот они, дырочки. И сквозь эти дырочки вот этот спонжик, он сохнет. Вот, но я наношу сухим способом, мне это очень нравится. Значит, оттенок у меня 65-33. А, вот, видите, написано новый оттенок. Все, я прозрела, ребята, да? Новый оттенок — слоновая кость. Ну, прям мой-мой прямой, я бы вам сказала, да? Вот у меня сейчас 63-49, фарфоровый оттеночек, да? То есть пользуюсь им уже давно, как вы видите, заканчивается. Так вот он побелее, да, видите, посветлее будет, чем вот этот. Этот все-таки прямо чувствуется разница, да. Вот если взять сводчи, разница очень ощутима. Это у меня помадой не смывается после второй части. То есть вот этот прям сливается, да, с оттенком моей кожи. Да, можно посмотреть, что он маскирует отлично. Вот. А этот выбеливает. То есть вот это мой, а это вот слишком белый. Видите? Поэтому вот слоновая кость все-таки это мой оттенок. 65-33. Я очень рада, что я теперь благодаря компании Faberlic и VIP-программе, да, с VIP-9 мы можем брать новинки за 2 недели до начала продаж. И я прям рада, что компания Faberlic нас познакомила с этими новинками. Вот такая вот малюсечка. Это следующая новиночка. Антистресс эссенция, благодаря которой, получается, там в составе есть эфирное масло, масла, вернее, которые снимают напряжение. Создается ощущение умиротворенности и внутренней гармонии. Мы ее наносим на виски, вокруг ушной раковины, на кожу шеи или запястья. Да? То есть такая вот малюсенькая штучка. И вот так вот мы наносим, да, везде, где нам захочется. Я это действие уже тоже испытала. Действительно, с него спать не хочется. То есть я там не нанесла и не назевала. Но ощущение действительно умиротворенности, оно появляется. Хочется поболтать, расслабиться и так далее, да. То есть это инновация Faberlic, ребята. Это
Ну, можно так сказать, это инкапсулированный мелатонин. Сложность его использования в косметике заключается в том, что он с трудом проникает в глубокие слои кожи, а Faberlic этого добился, и у него это получается. Ну и, конечно, вся линейка Dream Therapy, ребят, кроме зубной пасты ароматической, я еще ничего до конца не израсходовала, потому что сейчас жара, кремы никакие не хочется. Я просто пользуюсь спреем Axiology, просто наношу на себя иногда изредка кислородный бальзам, и все, да. То есть вот мой уход, потому что невозможно нанести какой-либо крем из-за того, что через 5 минут уже мы потеем. Мы потеем ночью, мы потеем днем. Кондиционеров у нас не установлено, но мы хотим установить, уже подумываем об этом. Поэтому вот такая штучка мне понравилась. Мне понравилось, действительно классно, да, без всяких таблеток успокаиваться. Но, конечно, и наш нострес, в котором содержится магний, не уступает в этом действии, да. То есть он тоже классный, он тоже расслабляет, он тоже такой вот эффект дает суперский, да. То есть все равно нострес надо пить, если вот какие-то у вас трудные дни, еще что-то. Вот Катюшка тут сдавала диплом, я говорю: Катюш, все равно нервы тратятся. Вот что ни делай, нервы, они тратятся. Давай мы с тобой пропьем вот этот вот нострес. Она говорит: давай, мам. Говорит: если ты, говорит, считаешь, что я псих, давай пропьем. Я говорю: я не считаю, что ты псих. Я говорю: я считаю, что нужно просто поберечь нервы, потому что сдача диплома, курсовые, защита, это все равно, ну вот согласитесь, это выбивает. В общем, Катюша диплом защитила, все у нее в порядке. Из-за того, что мы с ней в прошлом году съездили отдохнуть, там педагоги у нас чокнутые, они ей из этом стиле, вот, она им еще с дуру привезла магнитики, и они вообще на нее разозлились, и они ее доставали, они ее пытались завалить, но она защитила на 5. Но красного диплома нам не дождаться из-за таких людей, как они. Но тут уже ничего не поделаешь. Есть как есть, съездили уже, так съездили, они, педагоги, так и не простили. Я говорю: Кать, зови педагогов ко мне, научу зарабатывать и кататься, и быть свободными. Она говорит: ой, говорит, мама, они не пойдут. Я говорю: ну, а ты предложи, а вдруг пойдут. В общем, такая вот у нас была ситуация с дипломом. И, конечно, Катя обидно находила, возмущалась. Я говорю: Кать, но стресс. Я говорю: ну ты никак сейчас не повлияешь на эту ситуацию. Если люди вредные, ты, говорю, никак не повлияешь. Вот что-то вот пошло у нее там не так. И последний год, последний курс, она вот прям переживала очень сильно. Они ее доставали, и я ей все этот нострес подсовывала. И сейчас можно и это подсунуть. Следующая новиночка — это у нас с вами горячее обертывание. Оно у нас как-то было, но потом его вывели с каталога. Его было 3 штучки в упаковочке, сейчас 1 штучка, да, получается, в упаковочке. Очень интересно. Значит, мы наносим их по всей длине подсушенных волос, надеваем утепляющую шапочку, оставляем на 15 минут, можно подогреть феном, затем смыть. И для глубокого восстановления волос можно наносить на ночь по всей длине и утром смыть, да, то есть такое вот интересное средство. Ребят, я его пробовала, оно мне нравилось очень даже. Нужно проходить курс, да, это такая вот эмульсия очень интересная, ее нужно смывать, то есть она волосики склеивает и так далее, да. То есть если вот эти 2 средства, они после мытья головы наносятся и все здорово и классно, то вот это средство, оно наносится именно уже на подсушенные волосы, заматывается и спится в нем, да. То есть поэтому это вот таким образом. Я это средство помню, ничем оно не поменялось. Я не вижу, чтобы тут было написано, что это улучшенная формула и так далее. Вот способ применения, значит, тут, кстати, нагревайте волосы феном в течение 2-3 минут. Вот смотрите, тут в каталоге нету, а на упаковочке написано. И оставьте на 15 минут, либо продолжайте нагревать феном в течение 10 минут. То есть можно сделать прям хорошо-хорошо. Ну вот, в принципе, и все. Я думаю, что такую процедуру нужно делать, если волосы сильно повреждены,
Ну, чем чаще, тем лучше. Рекомендуется курсовое использование средства. Ну, вот это и написано. Интенсивный курс 2-3 раза в неделю в течение 4 недель. В зависимости от состояния волос, поддерживающий курс просто один раз в неделю. Да? То есть, вот, допустим, моей дочке она не красит волосы, ничего. Надо упаковочек таких 5, потому что у нее длинные волосы по попу. Да? А тут всего ничего, 10 мл. Да? То есть, размазать 10 мл по такой копне нереально, но опять-таки ей можно раз в неделю делать. Мне же надо интенсивный курс, потому что я милирование делаю, и, конечно, волосы у меня пережженные, и таким образом ухаживать за головой, восстанавливать волосы нужно. Вот, в принципе, и все. Да, то есть с первого раза, я так понимаю, оно не поможет, а поможет, если мы с вами прям свои испорченные волосы, да, у кого пережженные, у кого покрашенные, будем 2-3 раза в неделю в течение 4 недель. Это надо, значит, получается, если 3 раза в неделю брать, это надо 3x 4, 12 таких вот упаковочек, чтобы протестировать и понять, помогает оно или не помогает. Ну вот, как-то так. Угу. В общем, я думаю, вы меня поняли. Очень мне хотелось такой органайзер, такую сумку, хотелось посмотреть. Мне казалось, что они мне понравятся, потому что они яркие, клевые, классные, цвета свежие. Но ничего мне не досталось, к сожалению, поэтому обзор я сделаю только вот на это. Так, значит, смотрим. В первую очередь у нас пришла эта коллекция Яркий Неон, подушка для путешествий надувная. Удобный клапан для надувания, не нужно надувать ртом. Клапан для быстрого спуска воздуха имеется. Материал полиэстер, ПВХ, ТПУ, размер 45 на 29 на 9,7 сантиметров в сложенном виде, 12 на 14 на 5. Стоит 600 рублей по цене каталога, артикул 920-216. Ну что ж. Ой, как же этим пользоваться. Очень такая приятная ткань. Мне кажется, она в машинке будет стираться, потому что, ну, в общем, шея прилипать не будет. Это здорово. Так, смотрим, что за клапан. А, то есть мы вот таким образом надуваем ее, да? То есть мы ее можем надуть. А вот как сдуть? Ну да, смотрите, надувается потихонечку. То есть нажимаем, надуваем. А, ох, ребята, не закрыла и надуваю, да? Ну да, это очень хорошо, шортом не надо надувать. Давайте я прям отодвину подальше. И вообще мгновенно, считайте, надувается-то хорошо так. И не сдувается. То есть, если вам будет слишком много этого, да, то вы можете легко, получается, сдуть. Вот, сдувается тоже мгновенно. То есть, взяли, сложили вот таким вот образом обратно. Хм. Прикольная штучка. Кстати, ребят, для путешествий самое то. Надо и дочке, и мужу заказать. Хм. Здорово, классно. Не люблю самолеты, вообще ненавижу. Страшно мне, я их вообще не люблю летать. Ой, но летать приходится. Потому что вот нам сейчас компания оплатила путевку в Турцию. Ну что делать? В октябре опять летим на самолете. Одеваться некуда, пригодится. Очень даже пригодится. Так, следующее, да, все мы знаем, что в самолет, в путешествие очень удобны такие вот баночки, скляночки. И набор для путешествий, в принципе, пользовался у нас успехом. Почему? Потому что, во-первых, вот эта косметичка, это чудо-вещь, ребят. Когда вы знаете, что лежит
у вас в сумочке, это просто шикарно. Она прозрачная, она просвечивающая, она простая. Она, считайте, беленькая, аккуратненькая. Тут вот идет такой вот зип-замочек. Вы открыли, вы закрыли, все, что нужно, сделали, да? Вот. Далее идут такие вот тут емкости. Две баночки, да, получается. Конечно, как же без тебя? Да, такие вот две емкости, две баночки. Маленькие, да, хорошенькие, не закручиваются. Тут можно класть крем, еще что-то можно класть. То есть все, что вам будет удобно, да, как вам будет удобно. Вот, и также идут такие вот емкости, тоже классные, тоже клевые. Да как же без тебя, как же без тебя, да. То есть тут вот так вот открывается. И если хочется, то можно раскрутить, что-то сюда налить, закрутить. И вот этим вот делом нажимаете, да, и пользуетесь. Да, получается таким вот образом, да, видите, тут выходит эта штучка. Вот, защелкивается все очень даже надежно, чтобы не выпало, да, под давлением не вылилось. Вот, вторая идет такая вот, открывать-закрывать тоже. Открыли, налили, что вам нужно, закрыли. Тоже очень удобно для путешествий. Например, вы летите куда-то на 2-3 дня. Класс! Вообще класс, да, можно положить кондиционер, бальзам, еще что-то, да, и третья, она такая же, то есть удобно, да, там в некоторых отелях не дают, допустим, хороших средств, да, подкладывают дешевки всякие, да, и вот такой вот спрейчик, я думаю, тоже классно. Можно, ой, можно найти применение. И когда вот вы вот так вот все, да, ополоснули кипяточком, да, чтобы ничего у вас не испортилось из вещей, и просто вот берете с собой. Или также в эту же сумочку, ну, кстати, тут такая вот аннотация, да, или в эту же сумочку, или вы можете рядом положить, потому что флакончики, они идут герметичные, да. Так, материалы флакона и косметического шпателя. Это PET, полипропилен, объем флаконов 60 мл. Получается 2 штуки, 50 мл 2 штуки, 10 мл 2 штуки. Размер косметического шпателя 8,2 см. Удобная штучка, я бы сказала, классная. Значит, артикул у нее 910-212. Вот, в принципе, все, что мне для путешествий досталось. К сожалению, больше ничего не дали пока что. Забыла еще про лопаточку сказать, да? Тут такой маленький логотипчик Lowly Moments. И она лежала вот в этой сумочке как раз, да, я не заметила. Бурматиков Андрей у нас с вами занялся высокой модой. Очень красиво, классно. Мне очень это нравится. Прям здорово. Молодец. Этим средством мы помыли просто одно окно на балконе. Оно реально суперское, оно реально классное. А машины у нас нет, к сожалению, ни у кого нет прав. Я уже вам рассказывала, что у меня со зрением проблемы, и не только с минусом, еще есть проблемы. Вот кому нужно, пожалуйста, спрашивайте, я вам отвечу в комментариях, кто не смотрел мое видео, да. И вот это вот средство с артикулом 114-200, это очиститель, антибитум, антимошка, быстро удаление сложных пятен, битум, гудрон, въевшиеся следы грязи, следы от насекомых, птичий помет, древесная смола, следы скотча. Ну и, конечно же, он работает на всех видах поверхности автомобиля, отлично очищает стекла, фары, зеркала, кузов, пластиковые элементы, не вредит лакокрасочным покрытием, обладает высокой проникающей моющей способностью, и гелевая формула обеспечивает, да, то есть видите, он такой не сильно водянистый, да, он такой гелевый идет. Формула обеспечивает эффективное смачивание и загрязнений и их легкое удаление. Средство хорошо распределяется, удерживается на вертикальных поверхностях. Что еще хочется сказать, не оставляет разводов, и вот это мне понравилось, да. То есть и мы помыли им просто окно на балконе, окно достали, у нас там рамы так туда-сюда ходят, мы достали одну раму, помыли 500 миллилитров, в принципе, все нормально, да. То есть вот оно такое, как будто и пенится немножечко, да. Давайте с вами посмотрим, да, такое вот средство. То есть вы его наносите и моете, оно такое склизенькое. И самое классное, да, вот видите, пенится немножко. И самое классное,
после него не остается разводов и нету резкого запаха. Вот обычно, знаете, если мы стеклоочистителем моем дома, то ну, пахнет, да, пахнет неприятно, пахнет сильно, хотя вот наше средство с антизапотевающим эффектом для стекол и зеркала, но щадящее, но все равно там запах есть. А вот тут приятно. То есть компания Faberlic поняла, что как даже сказать, места в машине мало. Если мы напшикаем какой-нибудь сильной вонючкой в машине, то мы же потом задохнемся после уборки в ней, да, и поэтому пахнет просто какой-то зеленой свежестью, да, то есть химозный привкус чуть-чуть есть, но он до такой степени минимальный, что нужно просто долго-долго нюхать, чтобы его почувствовать. Поэтому я довольна этим средством, ребят, рекомендую, мне оно очень понравилось, и даже есть мысль, а почему бы мне на него не перейти вместо того средства, да, ну, мы еще его распробуем, посмотрим, потом в пустых баночках я с вами поделюсь этой пустышкой, да, мне интересно, то есть я средство для стекол и зеркал отложила на дальний, как сказать, на дальнюю полку и выставила вот это. И буду пользоваться этим, и в кратчайшие сроки, когда оно закончится, зеркал у меня дома очень много, зеркал просто целая куча, то я с удовольствием вам расскажу о нем поподробнее потом, когда он закончится. Вот эта вот красотка целыми днями у меня лежит, ребят, дайте, пожалуйста, мне совет. Мы ее уже грумеру сдавали, прочесывали, но она что-то снова стала лохматая у нас, потому что мы ее помыли уже пару раз. Вот ей все время жарко, она лежит то на боку, то пузиком кверху, то еще как-нибудь. И мне все говорят, что кошку подстригать нельзя. Другие говорят, что обязательно нужно кошку подстригать. Вот что мне делать? Может быть, у меня есть ветеринары, специалисты, можно, нельзя кошку подстригать? В принципе, я ее в прошлом году подстригла, проблем никаких не было. Да, ягодка моя? Вот такие мы, все не можем. Да, жарко нам, скажу, нам жарко. Следующая новинка, которая впервые у меня на канале, это ультракондиционер для белья «Мелодия солнца». У него идет реально такой теплый, классный аромат, очень приятный, да, то есть он идет как суперконцентрат, как вы видите. Аромат до такой степени приятный, я не знаю даже, как его писать, ну, какие-то вот цветы утренние, что ли, да, может быть, что-то типа этого. Особая забота о тканях тут идет, теплый аромат цветущего побережья с аккордами фрезии, нимфеи и сандала. Нравится, я не люблю сандал, но сочетание его с фрезией и нимфеей, не знаю, что это такое, потом загуглю, посмотрю, интересно мне. Очень даже приятное сочетание. Отлично, отлично. Запах на балконе суперский. Вот чуть про него не забыла рассказать. Мы им уже стирали вчера, сегодня. И так как у нас открыт балкон, такой свежесть такая с балкона, как будто вот обязательно его нужно было в жару применить, чтобы вот эту свежесть почувствовать. Конечно, не океан, но такая теплая свежесть, очень приятно. Мне нравится, вот попробуйте. Ну что, мои дорогие, новинок куча, поэтому я с этим видео закругляюсь и пойдем в следующем видео дальше с вами. Да, это была третья часть новинок каталога 10/2021. Ну и, конечно, по традиции хочется вас попросить подписаться на мой YouTube-канал, потому что мы посмотрели, 50% человек нас смотрит, и они не подписаны на наш канал, это во-первых. Мы прям даже расстроились немножко с мужем, поэтому нажмите кнопочку подписаться, нажмите колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новых видео. Всем пока-пока!